Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорость... А ты говорил про станам? Про СС-ом? Да, кстати, насчет СС фристайл. Кидай СС в Лалане. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил... Я кину. Шаман кто-нибудь из вас вставал перед рождением? Если да, плюс одните. Амитан, кидай ты тогда, Лане. Да я кину. Я остановил всех, когда. Ну кидайте. 10 секунд есть. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в жизни. Нет. Не ошибаюсь, я тебе сказал, что ты станил этот кружочек. Че не кинешь? Вообще, я прожимаю. Я уже прижался, не надо. Ты урод. Экономим место. Да ты реагируешь, пиздец, у тебя реакция нахуй мертвого льва. Сейчас чума будет. Даспанк. Даспанк. Диспал. РДД. Экономьте место, куда вы так убьете. Бежите. Снова такая фигня будет. Опять РДД. Так, молодец. Не проклят, нихуя. Так, милики. Новушка РДД. Бонар чума. Диспел. Давай, иди к РДД зоне, иди. Анлитайм, давайте все на край. Переводите босса. Повар, давай, да беги-беги. Чаржись. Все заливаем. Гимн, пожалуйста. Спой его, гимн на ману. Пусть антихам. Пускай антихам, без разницы. И рассасывайте, пожалуйста. Следующего духа бейте там. Сова, потом залежь голубики ману. Кот, залежь столбу ману. Следующего духа бейте. Видео крат на миллизону. Забери, забери. Под босс. Я там в центре ставлю. Хорошо. Ловушку не забывай. Станы кидаем. Бить, блять, куда полетели? Кружочек и ромбик. Станы, давайте там в тебе. Сквернение. О, блядь. Залейте ромбик. Подал мне нахуй. Тихо, еще станы, еще станы. Треугольник. Он с ПДК умер, стан, алло, стан, блядь. Упал, забери. Да это вайп. Блядь. Прожат, уже 5 лет.
Из-за того, что СС не кидали танку. На первой переходке нужно СС танку кидать. Одному, второму. У нас три лока. Деймос, ты не себе. У них было. Я прожатый стоял, блядь. Крича. Под чем ты прожатый? Под спайсом. Под спайсом. Сейчас. У меня был ключ и этот, и клык. А что такое ключ и клык, когда тебя автоатака бьет за 5 секунд, 5 ударов? Ты считать умеешь? Незыблемость там отдавать на первый же день. Не, незыблемость я отдавал туда переход. Это Деймос. Смотри, когда заражение кастует, ты прожимаешь либо панцирь, либо клык. Как это называется, забыл, эта фигня. Что там на 150% скорость атаки, по-моему, увеличивает. Напомню, Войт. На 100% жнец 5 секунд висит на вот, мече. Как... Вот, когда появляется на тебе жнец, ты тут же прожимаешься. Ты прожимаешься тупо на жнеце. А панцирь и клык отдаешь, когда заражение. Да, заражение захиливается оверхилом спокойно. Что ты рассказываешь? Да как? Какая разница, что оно будет просто так висеть? Панцирь и клык это, блять, духов хлопать. Так, а на второй фазе что он хлопать будет? Зачем ему что-то хлопать вообще на второй фазе, ты чё? Не знаю, я его всегда прожимаю, чтобы ничего закидывать. Ну делать нечего просто. Главное глазами не хлопать и всё. Нормально будет. Тут танка убивает только жнец, автоатака. Тебя автоатака убила, блядь. А куда столб ушел? Я не могу резнуться. Я понял. Короче, можешь служить кого хочешь, но я как бы прожимаюсь на первый жнец незыблемость, на второй кровь вампира с кровоотводом и на готовности этот захват рубин. Блядь, и там под каждый жнец открещивается МС и клык нахуй, и она охуенно сейвит, блядь, кто бы что ни говорил, мне похуй. Да ты дурачок просто. Да ты долбоёб, блядь, это магический урон нахуй. Оставьте, пожалуйста, еще шкаф, сейчас столба засуманим. Ну да, ты считать. Блять, вон тебе тоже козырь пишет, что это магия нахуй. А ты, я смотрю, блять, алфавит выучил, да хуя умный стал. Атака ближнего боя это не магия, дурак. Суманим столба. Перед Раем спросил у тебя насчет СС-ов. У нас три лока в рейде, у онлитайма было КД, у нас осталось два лока. Один лок кидает на одного, только СС на первый переход. Второй лок кидает на второго танка СС на первой переходке. На второй фазе у нас СС висят на танках. Они, даже если Дэма сдох бы, он просто стал бы камнем души, и не было бы вайпа. Ну херово трай был, уже прям под вайпом. Пики смотрят. Лужа, ладно, у нас танк. Тупо не хитрили, блять, вы какой-то жнец так говорит. Тогда унитарные переходки кинешь на этого, на Деймоза. 3.5 секунды, бабу. На переходке этот перстал кидай в Улану, а фойлер кидай на попало. Кстати, да, вот правильно говорить. Клык он сожрал жнец, а потом автоатака пошел. Крест и дилект плаху. Да какой жнец, он не работает здесь. Это... Ну я хуй знаю, это написано магия. Поглощение просто. Но... Что там столб-то не хватает? Он должен бить магии тьмы, когда тикает. 5 секунд, когда она тебе проходит, 70 тысяч. А здесь он не бьет 70, он, ну, бьет. Бля, ну, я так и думал, поэтому так сражался. Да не слушай этих дураков, они не танчат. Да я не слушай этого Дауна, блядь. Слышишь, Деймос, слушай своего земляка. Я тебе говорю, дефиться надо на автоатаку на это, на 5 секунд. Слышишь, Деймос, не слушай его, а послушай меня, иди и разъеби ебальник своему земляку. Дверь тоже недалеко так. Бля, Лёша, ты успокоишься или нет? Не, просто Войд не знает, что говорит. Просто Деймос, ты сейчас под жнец любой прожми АМС, и ты поймешь. Я прожимал всегда вообще всю дорогу. Либо клык, либо панцирь. Там больше ничего не надо прожимать, фактически. 5 секунд до боя.
Дайте, пожалуйста, заведу. Да, сразу даем. Кинул? Деймс. Милики. Рипконский. А кто голы? А кто голы? Почему а кто голы? Диспел. РДшники. Да. Ой. Диспел. Да-да-да. Встаньте, пожалуйста, кучнее. Великий. Чума будет. Он летаем. Он летаем. Диспел. Все назад. Ретрия. Ой, милики. Почти ближе к краю. Сейчас ловушка будет и на край. Все на край, на край, на край. Все-таки перевели. Давайте на край. Антихайм спой. Хотя нет, ладно, не пой. Антихайп. Ой, гимн на ману. Блядь. Нет. Забери, пожалуйста. Кор, поднимайся. А, я сам встану. Захиливайте меня. Бля. Ой, ну ладно, на переходке меня поднимите. Кот, поднимешь меня. Этот, как его, Джесс, поднимешь рейтери. Следующего дух. Следующего бейте. Тотемы стоят, блядь, чуть не вижу нихуя. А, стоят. Поднять меня не забудьте. И СССРская тоже. Сверху аккуратно. Рейтеры подняли там. Подавайте под босс. Стой, 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 куда ты вот так идешь? Центр ставлю. Звезду точно станьте, один в один. Станы давайте. Давайте заливаем. Что станов не видел. Жочек бейте. Сейчас свернение голубика. Следующего бейте, следующего бейте. Тромбик бейте. Добивайте, все бейте, босс. Ирод давайте. Вот сейчас будет экшн. Сейчас как первая валька только спустится, тут же выходим. Можете там бафы, хоть массы как-то. Да, дайте мой баф. Пойдемся. Все, бежим, бежим, бежим. Блять, хоть бы на мне осквернение. Идем, Валик, станы, давайте, где станы? Станы, кружочек бейте, кружочек бейте. Ромбик уже улетел. Ой, бейте. Какой-нибудь стан, стан дайте. Хватит треугольник. Идем, босс. Сейчас осквернение будет. Милики, готовьтесь ходить. Выходите сейчас. Сейчас выходите. Голубика, все, давайте под босс. Да не от нас. Станы давайте.
Да где закрыл? Где закрыл? Ну, за его... Бейте стержочек. Потом треугольник. Сейчас свернение скоро будет. Заливайте треугольник. Свернение сала. Бейте босса. Это Войт, даю тебе ассиста. Меня не поднимал. А, ладно, подними меня. Ладно, подними меня. Подними Шанана. Ладно, подними Шанана. 5%. 4. Давайте на край потихоньку. 3. Давай на край потихоньку. Звезде. Переводите лича в Алькенстан. В Алькенстан. Лича, бейте. Край. Конский. Нет, ну где забил? Блять, ну вы ебанутые. Дело старая, короче, пизду нахуй. Это нормальный трай был. Бля, ребята, вы не, я закосячил. Кто это оскверение разлил? Дайте нахуй ГП, блять. Да там не только оскверение проблема. Там этот, как его, еще заражение или выхиливают. Я от заражения тогда сдох. Духа не поймал вовремя. Ну, Поклонская протопал? Да. Ну, зачем вообще? Ой. Бля, так все зашибись шло. Мне кажется, чуть-чуть захила не хватает. Ну, и немного анонса не хватает тоже. Можно мне какой-нибудь дроид в КТ поливать? А, ты сама себе не можешь заливать? У меня раз в 5 минут. Ну, так ты заранее прожимай свою эту, свой эндер. Бля, можно я зюк похилить? Без шаману эндер себе кидать? Не знаю, я его всегда себе кидаю. За шамана. А, не, не за шамана, за друида. Давай я сейчас по хилю зайду, слышишь? А там мажить кто будет? Ну, блин, вон есть всякие старожилы, бланары, бля, чего, малый? Не, я думаю, может, Ахтя я шелем. Джесс, давай ты можешь спекнуть за друида. Ты давай на шамана зайду, заебал. Хотя бы все захилим точно, нахуй. Джесс там мы тоже все захилим. Джесс не умеет хилить. Ты гонишь? Там хилить. Да не умеет он хилить, я тебе говорю. Ну, не дрил. Блять, счастливо, нахуй. Давай спекай сфила. А эти трай в 3 хила были? Да. Понятно. Я не понимаю, как можно было не захилить. Я, мы в 3 хила всегда были. Мы штрафа убили 3 хила, нормально. А я уже в 5-й группе шаманы это типа Эршам или там Элимы есть? Нет, у нас 2 Эршама и Лолана была хилом. Но сейчас у нас уже еще и Джесс будет хилом. Рыбка вообще есть по? Да. Все-таки мы не готовы. 3 хила выходить. Вообще захилили, ну павильон. Ну так вы бы лучше войдов хила вспекнули, а Джесс оставили в сове. Я хуй знает, я ходил как-то раз хилить шаманом с Вариеной и с Джейлис, когда она была ДЦ, ебать. Так на изи все захилилось, нахуй. Просто хуй тут хилить, нахуй. По-моему, было бы лучше, если оффорд был бы в коте, Джесс в сове, Войд в хиле, и в Варшам, Эрдру и Хаприст. 4 хила было бы. У нас будет один шапек оставать под разом и замедлять так вальку. У нас 2 вара. Более он, кстати, у нас есть хант и 2 вара, этого хватает для замедления.
Все равно этот, как его, он надамажил больше, чем Лест. Если Джест не особо хилит, то мне кажется, Войт получше захилит. У нас одного игру достаточно для комнаты. Блять, да давайте я зайду на шамана, нахуй, все. Ой, да подтверждайте чек. Хорошо, что за зайдет. Все, я запускаю. Мне кажется, тоже три хилаба захилил. Я тоже думаю. Да там хилы не очень. Ты видишь, ну, стол просто, насколько их перехиливают, блядь? Вижу. Ну, теперь подумай, как это три хила хилит. Типа, если там три хила все одинаково хилит, ну, то заебись хилится. Когда все, ну, жопу рвут. А когда, блядь, один рвет жопу, а два вторых, типа, нет, то это хуёво. Моей безграничной мощи. Да будет так. Герои... Не услышу за компом. Сука. Бойза. Спасибо. Кидай ДМС. Шанан, ты здесь, ублюдок. Ретри, выноси чуму. Ты меня слышно? Да. Милики, ловушка. Мес. Кто это у нас улетел? Ховар. Давайте ему ГП. Идем так. Милики. Стал на тебе чума. Бля, диспейте там. Он не спал дали. Ты не подожди. Че тут еще бить и бить, экономьте место. Ты ближе к краю. Спанк. Да куда вы так диспелите? Ну ёб твою мать. Собирай БДК. Самый красивый дух. Гимн спойте, пожалуйста. Антихам, пой гимна, ман. Следующего дуб. Ни разу не стану стало. Следующего бить. Давайте под босс. Все, стой, стой, куда ты его так идешь? Стэн.
ты легко заводишь. Ой, ты даже не центр. Ты меня заводишь, Деймс. Так, две вальки заливаем. Стану где? Я не вижу стану. Бейте. Давай, пока он скигнет небес. Сквернее будет. А, тьфу. Че это? Да. Бейте босса и давайте эйру. Сова, залей, голубики, ман. Как всегда. Готовимся. Выбежали. Ну, вот, повезло. Повезло, бьем. Станы где? Станы где? Где станы? Я не вижу станов. Сейчас вы прибьете до магера охуевшего. Бегите, тригоник бейте. Тригоник тоже бейте. Убивайте его. Стой тут. Бейте босса, стой тут. Свернение как будет, тут же под центр его видели. Одна секунда. Все, давай. Центр его веди. Ну. Станы даем. Да заебало. Три его не бейте. Раны где? Небес дали. Давайте еще один. Еще один давайте. От уголы давай. Ну, застаньте ромбик, бля. Ну встаньте, бейте. Ромбик я давала стан. Бейте, бейте, еще встан давайте. Бай-бай. Еще встан. Все, пацаны, я улетел. Сверление. Ну ничего страшного. Бейте босса. Поверни его, пожалуйста. Бля, убейте, пожалуйста, умоляю, а? Бейте его, Александр, давайте. Жочек бейте. Понятно. Ой, бейте лича. Хильте, ну где из-за хил? Алло, ну вы, ребята, вы чё? Да вы издеваетесь, что ли? Короче, блядь. Заебали. Будет РЛ, сейчас скоро переходка будет. Тебе сейчас ассиста дам. Ну идите на край, лича на край. Хильте. Гим на ХП дадите. Гим на ХП давайте. И надо гим на ману спеть и тотемы свои ставить. Да. Ты мертвый, да? Да. Меня не захилили. Джест, поднимай Шанан. Не, лучше голубику поднимите, он в хиле. Я улетела. Тогда меня. Хорошо. Я далеко. Да, шар, алло, шарик. Джест Шанана поднял. Следующего духа бейте там. Духов не сорвите. А, пока меня не поднимут, я далеко очень. Ну, после комнаты, значит, будем. Бейте старый дух. Поводишь там комнату. Духа, ты чё там? Вы там духа сорвали. Деймос был, Деймос, у тебя прожимки есть? Да это пиздец. Звёздочка, просто. Попал, заберешь босса. Эмус, у тебя СС был? Духом бьем? Нет. Рожатого ложит, блядь. Хуево. Снимите тогда Деймоза. Бери духа на платформе. Да все, тихо. Маги, Локи, все РДД бьем дух.
Лича на край. И поклонник. Видите следующего духа? Джесс Шана на ПБ. Эмаза, он же БДК. Лавана, который... Кто Деймоса поднял? Я поднял Деймос. Ведите его в другую сторону. Там же духи. Пашка, я не знаю, попробуйте. Бейте дух. Гневных духов бейте все. Не лишь сейчас ваша задача. Чтоб лучше видеть. А, я вылетел. Треугольник, квадрат бей. Все, захиливаем комнату просто и все. Потом инер дайте столбу. Звезду бежим. Двадцать секунд. Че, у тебя голяк по мане, да? Почему 10%? Деймос, ты че там? Нормально. Ух, бейте. Дебафов хуя нет, просто. ПДК. Дебаф. Сами. Ну залейте шаман, у кого есть. Даю гиб на ману. Хоть бейте там. Томск, иди поближе к нам. Не умирайте от духа. Это, протопал, повернись и прожми, пожалуйста, пантер свой, либо что-нибудь такое, не дав. Бля, не достаю. Томск, ты чё там далеко делаешь? Чили Поклонского. Убивайте дух. Пиздец. Вставай. Хить его. Блять. Будем его ходить. ГВП, блядь. Да падайте, это залупа какая. Да. Сука, давайте я на шамана зайду, захилю всю эту хуйню, вы заебали. Блять, тут дело даже не в селе, блять, тут элементарно, я хуй знает. Просто народ разбегается в разные стороны, блять, не успеваешь ничего сделать. Магон, реально дело не в селе было. Джесс, конечно, сову, сейчас магон зайдет за хило. И еще для РДДшников и хилов, не стойте, пожалуйста, под вольками, там медом вам не намазано. Ладно, это все, что тебя касается. Дэймос, ты тоже спать хочешь? Конечно. Ебался сейчас. 4 утра, блядь, какое личико. Все, ребят. Валик. Поставьте шкаф. Давай за сумму. Не, ой-ой-ой-ой. До свидания. Джест, эрдру это две способности. Омножение и буйный рост.
Ну, для тебя может омоложение наибольный рост, так-то у них еще есть восстановление, покровительство природы, жизнецвет. Да это хуйня. Да, блять, Войд, для тебя все хуйня. Да ты играть. Ну, смотря на каком боссе, тоже тут не стоит забывать. Ну, другу на Халёне, на Синдре нормально руль. На Лане. Я тебе, Лана, я сказал, просто под вальками не стой. Ты под вальками, я не знаю, что ты там делала. Я разделал лужу там. Эти баф, Паршаман. Мне кажется, что будет лучше, если трех друидов назначить, заливать ману трем шаманам. На первой переходке один шаман дает гимн, ну точнее ставит тотем, один приз поет гимн на ману. На второй переходке второй шаман ставит тотем на прилив маны, второй приз поет гимн на ману. А эти три друида будут заливать по КД трем шаманам, хилам, маны, тогда будет совсем хватать. Лола на ману не будет. Ну, из-за того, что у нас эршамы просят ману, но им не заливают ее. Че, рыбы нету у нас? Есть у кого? Оставьте, пожалуйста. Я могу одно сказать, что эршам водный щит не обновляет. Вот у него нет маны. Просто в рекаунте. Ну да, ты прав, мы падаем не от, ну, не совсем от не того, что не хватает маны хилам, а от того, что у нас не хватает немного анонса, и не все соображают, что сейчас будет происходить в ближайшие пару секунд. Да, у нас немного и за хила не хватало. Опять ну, я умираю от этого заражения, я с ума схожу уже. Да, и от того, что у нас на 1% до перехода фазы у нас не отбегает лича, потому что не знаю, что сейчас осквернение будет. Ну то есть просто надо было сказать об этом. Only time, Деймос. Я тут. Only time. Чисто бафа нет. Конфетка. Я здесь, я порнух смотрю. Бывает, все, я иду запускать босс. Фишбот поставь. Давайте сейчас, пожалуйста, не тупите с этим осквернением. Каску можно повалим? И сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя. Yeah. Чума 5 секунд. Спойлер. Диспел. Диспел. Кот. Ой, собака, поднимись. Кот поднимешь. Опять мини-кер, дешники тоже смещаемся. Сейчас чума будет 2 секунды, давайте поближе. Балонар на тебя. Диспел. У меня КД. Жопа. РДД.
мельки. Чума будет одна секунда. Бернули, когда вставать. Маклонский. Повезло. Что ему дадите? АДД. Блин, зачем вы так далеко стоите? Здесь даже есть. Давайте ближе к краю. Лиссандра, линкуйся, диспел. Диспел. Все, давайте на край. Бафы дайте, пожалуйста. Давайте бафы. Антихам погиб на хп, голубика ставь тотем на ману. Я уже поставил поздно. Я понял. Ну, ребят, бафы активнее, не стесняемся. Идите, пожалуйста, этими сверками, чтобы не было дофига уе. Можно назад отойти с ними. Идите следующего духа. Че, Серег, попроще так? В разы. Следующего убейте. Следующего. Все ближе к краю. Сфера, сфера. Сау. Иди под босс. Додочку стали. Так. И вальки заливаем. Ну давайте. Столб осквернения. Повезло, что далеко. Давайте ромбик заливать еще. Все, давайте Геру. Сова, залей конфетки, ману. Кот столбу. Я понял. Как только первая валька спустится, разбегаемся. Так, и разбегаемся. На мне. Бейте, Олег. Гнев небес. Не надо ты гнев небес давать. Терегоник, терегоник, стан, стан, стан. Добивайте. Ну-ну-ну. Да вы бьете милики. Если я снова вижу, что валик так заливает. Ой, снова босса лупите так и не заливайте валик, я дадите потом ему ГП. Короче. Веди на край, куда ты его ведешь. Играешь их, кстати. Деймос. Два лока. Заливайте одну вальку. Прочно заливайте. Ману, шаман, залейте. Прочно заливайте. Вернение будет одна секунда. Бейте лича. Болонар на тебе. Уйди, пожалуйста. Идите. Бля, на мне метка спала, я думаю, что знал. Звезда. Станы не забываем. А сверни кружочек бейте. Кружочек. Че станы давайте? И ромбик бейте. А станы еще, алло. Ну почему так вальки улетают? С такой бешеной скоростью. Бейте. Пока-пока.
Переход? Да, на край. Край, где его? Деймос, Деймос, отойдите от него. Куда ты бежишь? Ко мне беги в звезду. Уйди только с вернения. Ты давайте, станы дайте, станы, 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 станы. Стан, 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 стан. Ох, ебать. До свидания. Блять, вот, будешь рейдить опять. Что я рейдить? Тебя. 5-8 человек берет. А конфетка улетела. Падайте на них. Да. У нас 2 хила. У нас 9 человек минус. Да. Пить начинаю. Заканчиваю. Всем привет. Ну, Рун, кто? Привет. Есть БДК у тебя? Не. А кто есть? Кажется, у нас теперь вальки мало бьют по вальке. Да, кстати, вот насчет валик точно я вот... Конечно, потому что, блядь, я с вару ушел, нахуй. Я заметил... Пока еще фул, может кто-то сейчас спать пойдет. Я заметил, что милики одну, как я понимаю, вальку заливает, и тут же босса переключается. Это что за хуйня? Потому что валька взлетает в разные стороны. Причем, блядь, причем сейчас вот какая сейчас валька была? Третья, по-моему, по счету. И я вот